Сегодня у Калинковичах провели деталевый анализ криминогенной ситуации в районе. Подставой для такой размовы послужили подеи у вёсках Юровичи и Шиичи, подчас яких потерпели люди. С фактами, якія были огучены на посяджении областной координационной нарады по борьбе со злочинностью, ознайомился Олег Сентюров. До этого дня такие нарады проводились у Гомеля, Речицы, Жлобини и Мазари. Наступным повинен был стать Рогачевский район, а у планы пришлось внести коррективы. На фоне сегодняшнего поляпшения криминогенного становища у целом по Гомельской области, у Калинковском районе практически все показчики погоршились. В текущем году на территории района зарегистрирован рост преступлений по направлениям деятельности всех служб, а также преступлений, совершенных лицами, имеющими судимость в состоянии алкогольного опьянения, несовершеннолетними. Кроме того, существенно увеличилось количество фактов причинения тяжких телесных повреждений в 7 раз. Подставой для проведения нарады у Калинковском районе стали подеи, которые отбылись у двух местовых вёсках. У Шиичих, у доме, который официально лечился нежилым, несколько месяцев проживала группа непрацующих громадян, один из которых до того же находился у международном вышику. Местовые улады довідались об их только после того, как незваные гости учинили массовую бойку с вёсковцами. Еще горшей криминогенная ситуация оказалась у агрогородку Юровича. Только после того, как трое местовых жихаров одного вёсковца забили, а еще двум нанесли тяжкие травмы, на яе звернули увагу. Следующий комитет был вымушен навод инициировать проведение сельского схода, подчас якого выявлено еще несколько эпизодов злочинной деятельности. По сутности, достатково протяглый час три человека тримали у постоянном страху целую вёску. А проча того, подчас проведения оперативных мероприемств, правоохранники нашли у одним из нежилых домов схованные паляничьи патроны. Еще одна зауага у адрес местного сельскохозяйственного предприемства. Высветилось, что один из злочинцев здесь со складу крадежи, об яких многие ведали, але никаких деяний не предпринимали. Так, на территории МТФ, расположенной в деревне Юрьевичи, через два дня после убийства, 6 ноября, в 16 часов, обнаружена кукуруза. Обращает на себя внимание тот факт, что в это время на территории фермы сторожевая охрана, а также иные работники отсутствовали вообще. То есть зерно кукурузы никто не охранял. К нему имелся беспрепятственный доступ неограниченного круга лиц. Особливая увага на координационной нараде анализу причин, которые сприяли криминализации Калинковского района, бодай самое головное – особенность взаимодействия помеж субъектами профилактики. Больше 20 державных структур так и не сдолили скоординовать свою работу. Складенные планы не выполнялись, а справоздачи не отповедали рычаистности. По выразе прокурора Гомельской области Виктора Морозова, у вынику злочинцы ошалели от беспокаранности. События в Юровичах обнажили ряд проблем в части профилактики преступности. Я считаю, что излишне либеральная политика в отношении преступников со стороны правоохранительных органов в районе вот и привела к такому чувству вседозволенности вот, со стороны тех лиц, которые совершили тягчайшее преступление, убийство одного человека и покушение на жизнь двух других людей. По выниках посяджения координационной нарады принятое решение, накированное на активизацию деятельности у всех субъектов профилактики. Головная мета – стабилизация у районе криминогенной ситуации. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Калинковский район.